Острым спорам и дискуссиям в этот раз точно пришел конец. Важная часть городской инфраструктуры спустя полтора года вновь принимает пассажиров и транспорт. Такое знаменательное событие было торжественно отмечено. Работа в этом направлении еще у нас продолжается, но тем не менее, это нам уже не мешает совместно со Смоленским автовокзалом оказывать предоставление услуг нашим жителям по перевозкам. Уверен, что жители города, работники Смоленской атомной станции, уезжая с нашего Десногорского автовокзала в путь, будут получать удовольствие. В настоящее время территория автовокзала – это пассажирское здание, перроны для посадки и высадки пассажиров и площадка для стоянки автобусов между рейсами. Кроме того, на 1 миллион рублей от концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС» объект приведен в рабочее состояние. Проведены сантехнические работы, установлено освещение, камеры наблюдения и оборудовано рабочее место сотрудникам. Народу, конечно, немного пока что, не все знают, не все проинформированы, но надеемся, что будет больше. Надеемся, что будет больше расписания расширяться, в том числе и на Беларусь, и на соседнюю область. В данный момент перевозки организованы по 6 направлениям, в том числе дважды и на Москву. Билеты можно приобрести как перед отправлением, так и заранее. Хоть наконец-то открыли. Вот я сейчас жду автобуса. Хоть тепло и хорошо. Спасибо большое тому, кто это все организовал, сделал. Очень хорошо и удобно. Автовокзал работает ежедневно с 6 утра до 23:30. Расписание автобусов доступно в зале ожидания. Телефон для справок 8-48-12-27-08-42. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.